Добрый день. Хочу сделать краткий обзор на мотоблок Зубр. 7 лошадиных сил в нем. Мотор 170 идет. Вот могу вам показать. Вот здесь идет номер 170. В принципе, хороший такой. Хорошо идет. Делает целину. Тоже делали в огороде. В принципе, мотоблок очень хороший. По нему ничего так плохого нечего, чем сказать. Зажигание у него идет, электронное идет. Вот здесь уже, где даем газ. Уже как обычно на всех. И здесь вот кнопочка. Вот нажимаем. Вот здесь уже пуск. Вот пуск и стоп идет. Это у нас уже сцепление. Вот зажимаем, оно уже начинает работать. Ну, сейчас, в принципе, вам покажу, как это все происходит. Ну, так. На нем как? Ну, вот у него три скорости идут. Опа, вот снимаемся. Так, одна назад. Вторая нейтральная и первая скорость. Ну, вот. На нем идут два ремня здесь. Вот два ремня идут. Вот. Первенький, второй. Здесь сцепление у нас. Вот это у нас сцепление. Вот покажу сейчас. Вот когда его зажимаем. Зажимаем. Вот оно поднимается. Вот. Раз. И пошел. И, короче, начинает уже работать. Здесь мы подумали, что можем изменить на сцеплении. Вот с этой, с внутренней стороны. Вот с этой стороны у нас вот здесь пружина идет. Пружина здесь идет. Мы возьмем, сделаем там. Вот здесь в нижней части, здесь приварим такой маленький. И чтобы у нас сцепление всегда было так, когда будем нажимать на сцепление, оно будет его спускать уже вниз. И уже получится уже как по-другому уже будет. Ну, так, в принципе, с ним проблем нету. Работает нормально. Ну, вот сейчас даже можем его вот включим, сейчас заведем. Кнопку нажимаем. И вот уже идет стартер. Опа! Вот он уже работает нормально. Такой хорошенький, не шумный сильно. Вот, в принципе, по работе идет нормально. Сейчас, ну все, вот посмотрели, как он идет. Заводится нормально. Просто мне было неудобно как-то с рукой, но. Так, ну что могу еще сказать? Вот сейчас я покажу, как прицепчик к нему сделал. Так, ну вот, сделал ему вот маленький прицепчик. Только одна проблема на моем прицепчике. Ну вот, задний вид идет. Поставил знак 10 километров. Ну, в принципе, как для села это нормально. Колеса будем менять. Просто я эти ставил. Ну, в принципе, как они... Здесь были у меня подкрыльники, я их оторвал, просто мешали маленькие колесики. Ну так, колеса будем менять сейчас, сезон уже. Просто это так быстро, на быструю руку. В принципе, вот нормальненько так. Он имеет у нас, вот скамеечку сделал, такую передвижную, туда-сюда. Но имеет у нас как, 1,20 м на 70 идет. Ну, для него хватает, в принципе. Маленький такие, но нормальный. Потому что надо и колеса нам менять тоже на него. А так, в принципе, с ним очень нормально работать. Идет хорошо. Вот уже динамо, то есть генератор нашел для него, чтобы поставить свет. Свет уже будем ставить. Вот
сюда на передний. Вот у него здесь как раз есть место для шкива, чтобы поставить. Нашел динамо жигулевскую, поставим, чтобы у нас был свет. Могу вот показать, какие у нас будут фары. Ну вот у нас такие будут у нас вот такие фары вставлены. Поставим их от трактора. Галогеночки внутри будут. А так, в принципе, пойдет. Для него это будет очень нормально. Такой видок сделает. Колеса у нас тоже есть жигулевские. Вот ступицы все сделал. Вот нашел ступицы от этих от колес, которые вот раньше шли на культиватор, там на колесики, вот которые у меня там на прицепе есть, да. Вот эти ступицы как раз они подходят. Я их чуть-чуть подточил. Чуть-чуть вот маленько видно вот эти места, где их немножко сравнял. Вот все это заварили. Все красивенько. Вот сделали дырочки. Ну, в принципе, вот оно так и пойдет. Под колесо. Я сделал здесь уже все нормально. Уже один раз отмерял, ставил колеса. Ну, еще раз можем показать.